Неделя российского ритейла. Мы разговариваем с гостями мероприятия. Михаил, расскажите про вашу компанию и для чего вы здесь. Компания IML – это лидер рынка курьерской доставки в России и за рубежом. Вот. Мы работаем на рынке e-com. Позиции компании очень сильны, и тренд по развитию – это номер один на этом рынке. Вот. Были ли вы сегодня на деловой программе, и что вам понравилось? На деловой программе сегодня, к сожалению, не был, но вчера целый день я присутствовал. Программа очень интересная, насыщенная и актуальная, скажем так, по многим, так скажем, тематикам. Хотелось бы присутствовать сразу на нескольких мероприятиях, но, к сожалению, не всегда это удавалось. Расскажите про целевую аудиторию форума. Целевая аудитория соответствует, скажем так, розничные сети, логистика, инфраструктура, поставщики. Все это как бы в достаточной мере присутствует. И, скажем так, я считаю, что перспективы у этого форума очень, так скажем, большие. Да? То есть развитие, интерес будет только расти. Какие тренды ритейла вы можете отметить? Ну, это, скажем так, удешевление инфраструктуры, это удешевление самой логистики, это основные тренды. Ну, и во всем это, конечно, IT, да, то есть без него никак. Многие розничные компании становятся IT-компаниями. Вот в этом как бы тренд. Спасибо большое, не переключайтесь, оставайтесь с нами.